Доброго здравия, уважаемые любители братьев наших меньших! С вами Константин и мои питомцы. Сегодня мы с Софией дадим котятам холодец из говядины. Ну что, София, ставь. Куда-нибудь ставь. Ну посмотрим, как они среагируют на холодец. Так. Они по кусочку берут и убегают. Так, посмотрим, посмотрим. Смотрите. Мася вышла. Так, а Бантик кусочек схватил и убежал, да? Так, Мася, Мася. Так, кто там гавкает, а? Собаки, не пугайте котят. Мася сейчас доест там кусочек и прибежит. Ой, Бантик. Я уже всех перепутал. Так, сейчас у нас кушает Шустрик на переднем плане. Посередине Мася, Куки. Вот прибежал Бантик. Шустрик отбежал и опять прибежал. Вот, смотрите, смотрите, Бантик. Какой кусман схватил. Так, и убежал. И убежал. И осталась одна Куки. А куда они? Что они так резко убежали? А, вертолеты, что ли, испугались? Наверное, вертолет пролетел, Софик. Домик для котят? Ага. Софика, разве зимой может пойти дождь? Когда оттепель, да? Так, София, оглянись назад. Оглянись назад. Да, Куки такая. Куки. Да, Куки вон, смотри, как уплетает, да? Ой, София, не пугай, ты так прыгнула, они опять испугались. Ты знаешь, что я не пойму? Да. Я знаешь, чего не пойму, София? Ну, я видел в окно сегодня, что ты там даже гладила сегодня. Смотри, я вот что думаю. Тебе, я вот не пойму, беременная Куки или не беременная? Мне кажется, беременная. Двигается, да? Я вроде трогал живот, мне кажется, он пустой. Может быть, когда они были заперты в таунхаусе целую неделю, вдруг она там сбросила котят, и они их скушали от голода. Может такое быть? Как ты думаешь? Потому что я раньше трогал, у нее прям чувствовались котята. А сейчас вот котят как бы не чувствую. Ну, непонятно. Но надо будет потрогать, есть ли там котята или нет. Потому что если есть котята, то значит ей скоро рожать. А если рожать, значит нам одной будки мало будет. Надо, придется, значит, убирать половину вот этих дров, да, и ставить здесь вторую будку. Зачем? Чтобы не отдельно жили? Ну, Куки родила, чтобы там котята отдельно, чтобы они друг другу не мешали. Да нет, ну смотри. Достаточно, там вторую половину вырежем и еще одну поставим, уход заделаем. Ну, может быть. Но я просто думаю, что лучше сразу поставить вот сюда вот мне вторую, кажется, будку. Вырезать и подклеить к ней вторую. Ну, надо подумать. И второй уже вход заделать. Ну, надо подумать. Ну, аккуратненько попробуй подойти и погладить. Так. Вот оттуда. Да, вот оттуда выходишь? Оттуда. Бантик вот здесь вот сидит, меня ждет. Да, я знаю. Я его гладжу. А вот сейчас вот, когда кушает, почему-то они боятся. Непонятно почему. Ну попробуй погладить, София. Они боятся, что они ему. Да нет, они вон убегают что-то. Ну вот смотри, нормально. А может они боятся, когда ты в перчатках? Может они перчаток боятся? Ну пусть сейчас покушают, ты там сиди, пусть они привыкнут. И ты пока их не гладь, София, просто сиди спокойно. Просто спокойно сиди.
просто вот так руки убери, чтобы они покушали. Сейчас они начнут кушать, и потом начнешь тогда их гладить, ладно? Посмотрим. Собаки, тихо. Вы пугаете котят. А котята уже скоро будут размером с Куки. Да? Так, ну бантик. Бантик, ты же самый смелый. Или вы наелись, котята? Худеть хочет? Ну да, мы их очень много кормим, Софейка. Не, они могут, понимаешь, они перестанут ловить мышек у нас, София. И опять начнется воровство куриных кормов. Софийка, и придется мышеловки ставить в гараже. Не хотелось бы, понимаешь? А так они, ну да, они просто ловят мышек, и они оттуда витамины всякие получают. В принципе, мышки – это полноценный корм для них, задуманный самой природой. Да и домашние пусть ловят, они для этого и нужны. В деревнях кошки и нужны были, чтобы ловить мышей. Потому что мыши – это стихийное бедствие для деревенского жителя. Но это для змеи, Софийка. Но это летом я тебе магазин... Да зимой тяжело его строить. Я летом тебе сделаю передвижной магазин. Будешь выходить к нашему КПП на дорогу. Ну посмотрим. И будешь там, при прилавок поставим, и будешь продавать яйца куриные. Может, тараканов будешь продавать, может, кто-то кому-то нужны особи. Ну к нам же приезжают иногда за тараканами мадагаскарскими шипящими. Ну, Софик, к нам же приезжают для всяких квестов, для тараканьих бегов покупать тараканов у нас периодически. Так. Ну, нам главное продавать яйца, Софика. Яйца продаем по 150 рублей. С каждого десятка яиц 50 рублей твои, 100 рублей мои. Ну 50 рублей твои, это нормальные деньги. Чем больше продаж, тем... 100 рублей тебе 50. Нет, Софийка, так не пойдет. Но я весь труд на себя беру, понимаешь? Поэтому 50 рублей с каждого десятка, это нормально. Нет. Софийка. Так, ну это мы потом сядем за круглый стол. 50 сколько будет? 100? Да. Так, это мы потом, давай. Сейчас нас люди слушают, София, давай мы потом сядем на кухне за круглый стол и обсудим, сколько кому денег. Еще рано об этом говорить, потому что мы только это весной или летом начнем. Нет, нет, Софийка, 150 рублей – это нормальная цена, даже для нашего района. Хотя на рынке у нас по 250 рублей деревенские яйца стоят. Но мы не на рынке, мы частники. Вот. У нас тут район богатенький. Так, смотри, ну они, по-моему, наелись, София. Вон, смотри, только что Банти... Ой, только что... Вот смотри, смотри, Шустрик облизывает лапки. У Маси он на глазу какая-то грязька, но как бы нам ее убрать, эту грязьку? Ой, у Бантика грязь. Я постоянно... Я-то сам знаю, кто есть кто, но иногда, просто когда говорю, иногда путаница у меня такая возникает. София, а у тебя руки не замерзнут без перчаток? А на улице мороз. Да меня удивляет, что дети все боятся мороза. Никто не гуляет. Подумаешь, мороз. Наоборот, это прекрасно. Мне вот нравится... Чтобы зима была, ну вот 10-15 градусов мороза. Это нормально абсолютно для наших широт. А сейчас там 10 градусов, ну сейчас даже, наверное, 8. И уже все... Ну давай попозже, сейчас я видосик сниму
София, я потому что сегодняшнее видео я начал снимать 10 минут назад. И я еще ни разу не останавливал видео. То есть я могу этот ролик запустить прямо вот так вот, знаешь, без остановок. Вот как начал снимать. Так, ну все, котята поели. София пошла разговаривать со своей подружкой по телефону. София, я все, прощаюсь со зрителями, София. Скажи хоть до свидания, София. Ну все, она занята. Ладно, уважаемые друзья. Котята, конечно, едят не так много, но четверть порции они холодца скушали. Ну что, побалуем собак. Ну давайте уж собакам тогда я разделю на 4 порции. На 4 порции. И каждый просто положу по кусочку в ее миску, чтобы никому не было обидно. Как вы считаете? Это будет такой, как бы, лакомство. Такой перекус будет. А котята уже наелись. Они вон избалованные, честно вам скажу. Очень избалованные. Потому что София все-таки их перекармливает. Нельзя их столько кормить. Они вон толстенькие уже становятся. Вот, посмотрите, у куки лицо какое. Хитрое и толстое. Ну, спишем на беременность. Ну, ты посмотри. Смотрите на Масю. Ну, что это такое? Это разве котенок? Это целый тигренок, а не котенок. Мась. Все, ладно. Я выключаю. Уже 11 минут, почти что 12 минут уже записи идет. Так, ну я вот собакам по чуть-чуть разложил. Каждый по миске. София, возьми вот эту ложку. Возьми ложку, положи там котятам. Да, пусть они ее долижут. А мы бери тогда корм и понесли его собакам. Это просто маленький перекус для них. Так сказать, лакомство. Ты сейчас поставь эту штуку им. И две миски сними и просто поставь на пол. Так, 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 подождите, 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 подождите. Все, отходи, 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 отходи. Смотри, как быстро. Ну все. Так, не ругаться, не ругаться никому. Никому не ругаться. Так, куда? Ну все, молодцы, все съели, все съели. Все прекрасно. Так, Дуняша вышла погладить ее. Так, всех погладить. Так, 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 так. За территорию не выходить. Ну все, они лакомство получили. Все. Ну что, закрываем их, София? Давай, собирай миски тогда. Все, Фрося, дали уже... Молодец, смотрите, как чисто. Молодцы. Все, давай сюда выноси. Так, собаки, тихо, тихо, тихо. Так, Дуняша. Дуняша с Глашей прям хотят, чтобы их гладили, да? Так, ну-ка, все на место, на место, на место. Все. Ну, давайте прощаться со зрителями, София. Все, зрители. София, попрощайся, пожалуйста, со зрителями. До свидания. Так, ну все. Мы с вами прощаемся. Заканчиваем сегодняшнее видео. Желаем вам всего доброго. И всех благ вам, уважаемые друзья. До свидания.